Йоу, привет. Я надеюсь, это будет что-то слушабельное, значит. Оксимирон выпустил трек и клип «Ойда». «Ойда, ойда». И мы погнали, погнали это с нетерпением слушать. Издание «Фонтанка» опубликовало... Прокуратура потребовала признать песни рэпера Оксимирона комитет поручил проверить деятельность Оксимирона. Русские против войны. Артист попал во все черные списки. Передавать концерты в России он просто не смог. В общем, почему и зачем Оксимирон вернулся, пока непонятно. Ой, да заберите дом. Прикольно. Ой, да заберите дом, ой, да поселитесь в нем, ой, да подавитесь, мы пересоберем. Короче, относится это в любом случае к спецоперации. Приманка — это яд, а сто чертели сверх идей. Говорят, начни с себя, я убил в себе империю. Хозяин багровеет, нас не выселить никак. На нашем флаге белый снег и синяя река. А что он имел в виду на нашем флаге белый снег и синяя река? Типа... Синяя река — это алкоголизм, а белые — это дороги, да? Типа дороги и дураки. Нет? А? Довод такой, хуй знает. Эстрада больна, рядом война. Пляшут канкан за говна пирога. Вам баблгам, я назад в андеграунд. По соловкам, кала-кала. Где мой дом, где мой старый дом? Колдуном проклят старый дом. Ходит ходуном, под горой икает старый гном. Старым кадыком нас пугает ядерным грибом. Нахуй стариков, что лакают кровь чужих сынов. Нахуй стариков, что лакают кровь чужих сынов. Черт, старый дом пересоберем. Отвили вонка, кровавый карамель, каю в слезе у бинго-бонга. А нам головоломка, что на помойку, а что в котонку. А хули-культура значит пересборка кубика. Рубика шар крутится, крутится, канут трюфель. Монтаж нравится. Что ты куришь дыркой от бублика. Человечи судьбы в дыму, это капельки, бульбики. Панч охуенный, блядь. Человечи судьбы в дыму, будто капельки в бульбике, блядь. А. Такой Эйса Проки стайл. На патриках туфельки. И бизнес as usual. Дресс-код casual. Загар южный. Эпиляция в зоне бикини. Чистка в зоне оккупации. Но только не отмыться в море, сколько не купаться им. Фанаты не забывают о трубадуре. Передаю привет из Кай-прокуратуре. Воздушный поцелуй красивым кисом на обводный. Ингрия будет свободной. Так, ну слушай, Ингрия будет свободной. Что значит? Что значит? Подскажите, у меня как бы это реакция, да, не обзор, то есть очень атмосферный трек. Мне нравится очень глубоко, я думаю, сейчас найдутся детективы, декодеры профессиональные, все это разберут. Вот, пишите в комментах обязательно, если что-то... поняли больше, чем я, и знаете больше, чем я, буду вам благодарен. Меня зовут Саша Устайл, спасибо тебе за просмотр, салам алейкум.